Здравствуйте, с вами интернет-магазин Президент Watches, и сегодня мы расскажем вам о часах Casio PRW2500-1A. Данные часы изготовлены полностью в черном цвете. Материал корпуса и ремешка высококачественный полимерный пластик, очень прочный износостойкий материал. Застежка у данных часов классическая. Задняя крышка металлическая, на задней крышке информация о часах. Закаленное минеральное стекло защищает от царапин, водонепроницаемость 20 атмосфер, в них можно нырять. Механизмы у часов кварцевые, работают они от солнечной батареи. Точность хода плюс-минус 15 секунд в месяц. Способ отображения времени цифровой. Габариты часов. Длина 50,6 мм. Ширина от ушка до ушка 56,3 мм. Толщина 15 мм. Вес 80,6 грамм. У часов есть светодиодная подсветка. Далее есть компас. Компас у этих часов изначально откалиброван на заводе, но также можно его калибровать двумя разными способами. Это северная калибровка и двунаправленная калибровка, а также изменять угол магнитного склонения компаса. Это нужно для того, чтобы у вас истинный север соответствовал магнитному северу, а они изначально отличаются, потому что Земля вращается вокруг своей оси. Про двунаправленную калибровку я рассказываю в видео про настройку данных часов. Она делается при помощи любого плоского предмета, то есть даже при помощи коробки для часов. Вы можете посмотреть, увлекательно. Далее, барометр. У барометра есть два способа отображения давления. Это гектопаскали и дюймы ртутного столба. Далее, он может корректироваться, тоже калиброваться. И в этом режиме вы также можете посмотреть термометр. Температура в данных часах тоже может отображаться двумя разными способами. Это градусы Цельсия, либо градусы по Фаренгейту. Далее альтиметр. Альтиметр нужен для измерения высоты, полезная вещь для трекинга. Он может измерять высоту как в метрах, так и в футах. Также он может калиброваться, и еще у него есть одна дополнительная настройка. Это время измерения, то есть он может делать замеры раз в 2 минуты, либо раз в 5 секунд. Также можно из режима альтиметра делать запись в записную книжку, чтобы потом узнать максимальную величину подъема, спуска и так далее. Много полезных вещей. Далее у данных часов есть индикатор приливов-отливов и индикатор фазы Луны. Очень полезная вещь для рыбаков. Также все это калибруется при необходимости. Следующий режим – это записная книжка. Здесь вы можете просматривать записи с альтиметра. Далее режим будильников. У данных часов есть 5 будильников и сигнал индикации начала часа. В начале каждого часа издает звуковой сигнал. Дальше секундомер с шагом 1/100 секунды. И таймер обратного отсчета. Когда он заканчивает идти, вы слышите звуковой сигнал. Далее режим мирового времени. Здесь вы можете посмотреть время в интересующем вас часовом поясе. И режим приема радиосигнала. Его можно поставить на автоматический режим, и он будет принимать радиокалибровку каждый день в 5 часов утра. Это все о данных часах. Теперь о комплектации. Часы идут в оригинальной коробке. Внутри нее еще одна коробка деревянная. С часами идет инструкция. На многих языках, толстая. Также идет инструкция на русском языке. Подробная. Международный гарантийный талон. И гарантийный талон для авторизованных сервис-центров в России. У них уникальный серийный номер, водяной знак, гарантия 12 месяцев, видно под определенным освещением. Внутри гарантийного талона информация о часах. На задней стороне адреса сервис-центров. Это все о данных часах. Спасибо за просмотр.